Добрый день, дорогие друзья. Ваше внимание предлагается контейнеровоз Першерон 4 оси. Снаряженная масса 6100, максимальная масса 46 тонн. Как видите, у нас за подлицо убраны полностью все розетки, для того, чтобы можно было вставить два контейнера 20-футовика и при этом открывать их, разгружать, не снимая с контейнеровоза. Здесь у нас оси САФ. Турецкая резина, все элементы оцинкованы, стоит рукомойник, подъемные фитинги, велосипедная защита, тоже все оцинковано. Все полуприцепы делаются развал схождения, как всегда схема ТЭПС стоит, вапка, все у нас полностью, все трубки разведены, разноцветные, для того, чтобы водителю было удобно работать с таким прицепом. Задний бампер весь тоже в горячем цинке, в целом очень классно, достойно смотрится, обращайтесь, будем рады сотрудничеству.